Здравствуйте, в эфире «Дежурный по городу». Что получается, когда ответственная организация предпочитает каждый раз избавляться от последствий, вместо того, чтобы решить проблему раз и навсегда? Город имеет право знать. Победа 13А. Опасный двор. В любую непогоду со старых тополей высотой 9-этажное здание падают огромные ветки. Люди опасаются, что однажды упадут и сами аварийные деревья. Позавчера вот ветер был сильный. Ветер сильный был. Так как деревья слишком высокие. Палки оттуда уже не ветки, а там новые деревья растут. Попадали, машины повредили тут. На тротуар упали. Стал я лично звонить в ЖКХ-сервис, на что начальник, директор этого ЖКХ-сервиса, мне начал говорить, что дом стоит в плане на какой-то квартал по обслуживанию. Но я его не красить, его просил, дом. А то, что аварийная ситуация сложилась по поводу падения деревьев. И там все началось. ЖКХ сваливают на управляющую компанию на администрацию района. Вот. В общем, концов нет, кто за это отвечает, я, если честно, так и не понял. Электропровода, вот, видно их, электропровода. По закону 1.5 метра должно быть место, как бы, свободное от линии электропередач. Здесь вообще не то, что нету этого места. Вот если внимательнее посмотреть, провода прям касаются дерева ствола. То есть при малейшем порыве, при усилении, вот, он просто оборвет и абсолютно прекратится подача электропитания. Но опасность в том, что вот ветки обломились там наверху, и они могут упасть. Вот иду я, а эти ветки обломятся, и все. И вот обязательно нужно ждать, что что-то случилось. Мы предупреждаем, хоть бы их немножко сделали, и мы спокойно выходили. Если вместо того, чтобы решить вашу коммунальную проблему, ответственная организация занимается лишь отписками, пишите, звоните в нашу программу.